19 и 20 февраля 2016 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в квартире одного из домов ПГТ «Камские поляны» жительнице «Камских полян» 1972 года рождения сбыла алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. 16 марта по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.